14 сентября, 12 часов 52 минуты на пульт связи пожарной части номер 25 поступило сообщение о том, что вблизи точки Цинковой Кушумского сельского округа Зеленского района горит сухая трава. На место возгорания незамедлительно были направлены силы и средства пожарной части номер 33 АО «Гурцендруше» и силы и средства пожарной части номер 7 и специализированной пожарной части номер 5. На месте пожара работают 3 единицы техники, 27 человек личного состава службы пожаротушения, 2 единицы техники, 9 человек личного состава АО «Гурцендруше», а также добровольно противопожарное формирование и сотрудники районного отдела сельского хозяйства.